Привет и добро пожаловать. Это я хочу объяснить намерен, что в будущем ставить я хочу ставить демокрасом, потому что это будет хороший для развития. Это хороший в аспекте наука, и еще в экономическом сфере, поэтому я хочу. Мы видели, я не говорил об этом, но очень много халифа атамана, империя атамана, много захватили территории арабской империи. Очень неожидающе это будет, но хорошо, это... если они очень заняются друг с другом, конечно, и не будет плохо для нас. Я не хочу, что они могут... О, технология! Просто музыка. Просто музыка, но это очень высокая сила. Поэтому я хочу отдыхать то время, что это будет легкий и дешевле. Турц. Будет война с турцами? Нет. Нет, я не хочу сделать бойкот против Англии. Это не очень... Но я хочу накрасить на что-то. Я дал либерализм. Либерализм очень хороший. И после того, экономики. Мы будем в этом случае, будет свободный рынок. Свободный рынок, конечно, это очень хороший государственный аспект. Посмотришь, сейчас это свободный речь, свободный религион, это доступ есть сейчас нас, но я хочу одновременно универсальный и веселый голосование, право голосования и свободный труд и свободный рынок. Это самый лучший образ государственный, по-моему. Это, конечно, это длинное влияние государственной философии. Государственному философу, конечно, когда я играю. Но, к сожалению, сейчас очередь медленнее. О, нет, стейбл.
Дом лошадах, лошадев. Что библиотека есть. И сейчас казарма. Это может быть, что это будет важно, необходимо. Что эта способность будет. Способность будет весь город производить военная сила, войска. Я не считаю это очень неверной? Нет. Шансы не очень высокие. Ну, может быть, я не Нострадамуса. Хорошо. Это, конечно, будет хорошие истории чешские, если бы у нас был... О, Сулейман отменял сделку коров. Коров на вина. А почему? Потерял доступ вина? Может быть, потому что он постепенно все время в войне. Нет. Просто только не хочет. Я сделал как вина. Что так жестко меня, нам, меня или нам. Хорошо. Ну, как раз технология, просто музыка, ничего нет. Я считал, что это будет хороший. Я считал, что, конечно, он будет развитнее, чем нас, чем мы, потому что обычно так, но не так, как я думал. Сейчас это может быть сказать это плески между европец и нас. Но ожидание. А Россия очень легко отразит защит от нападения. Конечно, у нас есть очень длинная, огромные длинные границы, но с генералом Зима это легкий. О, привет, товарищ Вашингтон. Хорошо. О. Есть очень много технологий. Это воскресит Америки 1775 году. Хорошо. Поздравляю Вашингтон. Поздравляю Америки. Это не будет... Не хочу. Я прочитаю, будем, что будет обсерватория на юг сами что-то. Это мои сами...
самые важные миссии сейчас достичь на юге, что-то мы можем строить программу Апала. Но, конечно, это еще важно, что у нас есть последние технологии, военные техники. Если нет, конечно, можете ставить жертвы немецы, жертвы монголы. Американской цивилизации нет, я не хочу. Я сейчас очень рад, очень доволен с Россией. Конечно, строил Opera House, университет Кызыл-Орды. Исламский монастырь. Конечно, университет строит, пожалуйста. Расширение территории откончилось. По-моему, это умнее, потому что я не хочу, что мы узеваемые на атак, на нападение монголец. Так. Конечно, сейчас деление моей границы, очень деление. Просто музыка есть. О, Россия, во первом позиции. Посты, я не знаю, это правильный слав. Но это хорошо, не очень. И мой следующий технологий обнаружил. Это экономики и Конституции. Это будет очень хорошо. Строил нерезкий оружейник, огнестрельный rifleman, okay? Монастырь. Сайенс. На юг. Это моя первая обязательность. Музыка. Есть? Эй! А почему? Ты не успешный. О, я считал, что это будет новый тактик, что будет... Это будет новый... О! Англия против Америки. Увидел и выступил в войну против Америки. Это ожидано, потому что когда Америка воскресает в мире, был колонии Англия, и в том времени вы не видели, потому что у нас нет. Но если бы мы строил и установил город в другие места, значит, в области Монголии, около столицы, это будет изменить на Монголии. Но это может быть мое избрание, если мы хотим просто отдаем город на Монголии или объявить войну. Моя шпионская
Хорошо, подсмотришь. Это национальный wonder. Тут это компании торговли. Customs House. Что значит? Что называется по-русски? Союз. What the hell is Customs House? A Customs Union. Я не знаю. Customs House. Таможня. Окей. Хорошо. Таможня. Таможня. Это просто мы можем в Гаване город. Это не стоит, не можем строить в большинстве моего города. Просто в Херсоне, в Або. Еще нет. Не удалось. Я хочу, будет дорого на Вильну в случае есть война. Потому что я верю, будет война с немцем. Еще есть Арабия, еще есть Атман, еще есть ничего. Это никто, почти никто не распал. Обычно мой свидетель распада Арабская империя после воскресения. Что воскресенье? О, мех! Воскресенье. О! Новый шпион. Золотный эпох. Если у нас есть 1, 2, 3, это каждый раз, что используется великий человек, это будет увеличить требования великого человека. Значит, первый золотый эпох просто один, а второй – два. Три? Три. Золотое время, когда у нас будет увеличение научного прогресса и торговли, и увеличит. Я хочу торговлять за ресурсов, потому что у нас нет. О, Япон. Я обычно не хочет. К сожалению. О, Нидерланд. На Конституции только два очереди. Монголия. Кукуруза. Как? Кукуруза на коров. Великобритания. 10 веток золота за свинину. Спасибо большое. Королица? Что? Малика? Королева?
Королева товарища. О, 20 минут. Это достаточно. Нет, нет, я... Это будет... Нет. Я хочу торговли. Искать торговли, сделку. Нет, нет, нет. Немец! Недоволен с вами. Хорошо, это достаточно. Всего доброго, до встречи.